Драйв, спорт, энергия, жаркие ритмы. В нашем регионе появился новый спортивный фестиваль – МАФЕС – массовый фестиваль здоровья. Придумали его в Институте физической культуры и спорта Тольяттинского государственного университета. Проект получил денежный грант на свою реализацию. МАФЕС победил во всероссийском конкурсе молодежных проектов среди образовательных организаций высшего образования в номинации «Студенческий спорт и туризм». Конкурс проводило Федеральное агентство по делам молодежи. Поддержку спортивному празднику оказали Федерация фитнес-аэробики и спортивной аэробики Самарской области, Управление по воспитательной и социальной работе ТГУ, Институт физической культуры и спорта ТГУ, а также медиахолдинг «Есть толк». 13 октября, суббота, первый этап МАФЕЗа. Школьники и студенты из Тольятти стали первыми участниками фестиваля здоровья. Они открыли масштабный танцевальный марафон. Так чем же МАФЕЗ отличается от других спортивных проектов? Один соревновательный день фестиваля – это 4 тура. Каждый длится 25 минут. Участники повторяют движения за профессиональными инструкторами. Танцевальные элементы постепенно усложняются, ну а количество участников сокращается. Танцы на выбывание, иначе и не скажешь. Участникам нельзя допускать больше 5 ошибок. Отметим, что до соревнований профессиональные инструкторы проводили бесплатные учебно-тренировочные занятия в Самаре и Тольятти. Вот эти все движения, которые входят в задание для участников, они требуют также какой-то подготовки. И, естественно, те команды, с которыми работали наши инструкторы по школам, учителя физической культуры, они, конечно, более подготовлены, и для них не составляет труда выполнить вот эти комплексы упражнений аэробных. Готовы ли вы проснуться в субботу в 8 утра ради танцев? Нет? Тогда вам стоит взять пример с этих ребят. Самые активные, веселые и бодрые. Они готовы показать всем, на что способны. Любишь танцы и соревнования? Тогда почему ты еще не здесь? МАФЕЗ из Тольятти. Ну что, потанцуем? Второй этап МАФЕЗа проходил для учащихся школ из Ставропольского района Самарской области. Более 500 школьников приехали сюда, чтобы показать всем, на что они способны. Самое главное в том, чтобы у нас в университете с каждым днем становилось все больше молодежи, в том числе и школьников. Не только студентов, из разных школ и вузов Тольятти, Самары и всей Самарской области. Я хочу сказать, благодаря вот этим трем мероприятиям в рамках проекта МАФЕС у нас увеличивается количество участников на такие массовые мероприятия. Вот 2 ноября уже всероссийский турнир будет. И благодаря вот этим небольшим мероприятиям мы готовим крупному мероприятию. Как бы приглашаем участвовать сельские местности, приглашаем участвовать город и всю Самарскую область. Второй этап начался с зажигательной зумбы, а закончился жесткой фитнес-бокс-аэробикой. Школьники танцевали подряд почти 3 часа. Драйв, безудержное веселье и удовольствие – это же просто какие-то танцы до упаду. Первый этап прошел очень хорошо, мы очень взбодрились. Это было очень тяжело и очень круто. Вообще классно прям. О, я чувствую себя отлично, я люблю подобные мероприятия, и мне это очень интересно, я провожу хорошо время тут. МАФЕС – это прежде всего соревнование, а на соревнованиях всегда есть победители и проигравшие. Выбрать чемпиона было нелегко. В ожесточенной борьбе золото завоевали учащиеся школы из села Мусорка. Ну что, чемпионы, как настроение? Ну расскажите, как это было? Тяжело ли вам все удалось? Ну расскажите про свои эмоции, ну давайте. Тяжело, очень тяжело. Но это того стоило, это было реально тяжело. У вас теперь на шее есть золотая медаль, вы повесите ее дома? Да! Друзьям хвастаться будем? Конечно! А на следующей неделе придем и еще раз возьмем эти медали? Да! Ну вот и подошел к концу второй этап массового фестиваля здоровья. Было танцевально, мощно и динамично. Но это еще не все. Ведь на следующей неделе пройдет третий отборочный этап. А что будет там, вам расскажет мой коллега. Дмитрий, вам слово. МАФЕС, финальный этап. Сегодня школьники и студенты Самары покажут, на что способны они. Просто чтобы приехать на фестиваль здоровья в Тольятти, они встали очень рано.
Но это никак не сказалось на качестве их танцев. Ребята с удовольствием зажгли. Самым увлекательным стал четвертый тур. В нем участникам предстояло выполнить танцевальные упражнения с элементами кикбоксинга. Это точно непросто. Просто невероятное впечатление, такой заряд положительных эмоций. Мне кажется, это просто на следующий месяц. Я не буду никогда грустить, мне кажется. Очень классно. Ты чувствуешь свое теплое, такое разогретое тело, тебе хочется танцевать. Вот. Просто только положительные эмоции. После продолжительных танцев самое время для кубков и дипломов. Победителем третьего этапа фестиваля «Мафест» среди учеников стала команда 72-й школы из Самары. Среди вузов – Самарский государственный социально-педагогический университет. Около 1500 участников, классная музыка, крутые инструкторы. Было шумно, многолюдно, очень танцевально и просто здорово. «Мафест-2018» состоялся!